Видите, какой широкий здесь свет? Вот он. Так вот, если взять прямо треугольник, вот он, видите, да? Если вот это вот место. Но полезно же смотреть все-таки не как мы хотим, а пятном. Ну, знаете, когда лицо рисуется, если там вспомогательные линии проводим, да, посередине вот сюда вот подвинуть, тогда у нас все будет правильно. И лобик сразу увидим, что у нас объемчика не хватает. Вот просто вот эти вот вспомогательные линии. Надбровная дуга, она очень четко дана, вот эта линия. Она как бы берется ниоткуда и здесь дальше уходит в никуда. Но посмотрите, как читается форма лица, да? Сама вот эта вот дуга, как красиво это мастерски сделано. Лучше делать, как я уже говорил, это переворачиваем на бок, да? Вам будет легче вот эту линию увидеть и сделать ее. Это не так, абы как, раз и все. Нет. Да, у него все это сделано эскизно, но это делал мастер. Вот давайте у него будем этому учиться. Немножечко надо будет подвинуть проборчик. Он вот у нас будет идти, да? Ну, знаете, когда лицо рисуется, если там вспомогательные линии проводим, да, посередине вот так вот она по переносице, по носу идет, по губам. Вот тоже ее у нас сюда вот подвинуть, тогда у нас все будет правильно. И лобик сразу увидим, что у нас объемчика не хватает. Вот просто вот эти вот вспомогательные линии. Но полезно же смотреть все-таки не как мы хотим, а именно пятном, как наш глаз видит, мы, вернее, и смотрим так, он так и видит. Нам просто надо научиться обращать на это внимание и учиться видеть именно пятном. Вот смотрим сюда, вот это вот место переносится, свет сам. Посмотрите, видите, какой широкий здесь свет? Вот он. Так вот, если взять прямо треугольник, вот он, видите, да, если вот это вот место. А у нас здесь что? Видите, как мы дали-то сюда, вот залезли? Где у нас здесь этот свет? Вот он у нас здесь должен читаться. Вот где он у нас будет здесь. Вот это все, значит, надо сюда, вот этот полутончик. Здесь все мягко сделано, да? Посмотрите, у нас основной полутон здесь, вот, да? Он опускается у нас ниже, вот здесь вот он, да? А здесь он мягенько-мягенько поднимается. Видим мы вот это вот место. Вот оно у нас. Здесь все у нас нарушено из-за того, что вот это вот сделано неправильно. Мягко его убираем. Не надо его тереть резинкой ни в коем случае. Потихонечку, мягенько берем вот эти вот вещи, да, и сажаем в общий вот этот вот цвет. И здесь точно так же делаем, да, кстати. Потому что здесь все-таки от сюда, да, идет легенький полутончик, который вы приняли, наверное, за, ну, как раз форму лба. Он здесь есть. А форма лба у нас вот эта вот линия. Вот, вот она, форма лба, вот эта вот линия. И все у нас здесь получается красиво. Вот, смотрите, форма лба, надбровная дуга, которую мы с вами сделаем. Вы ее так и не сделали. Надбровная дуга, смотрите, она навека. Навека сюда не садится. Посмотрите, как сделано. Видите, она здесь, как я говорил, обратите внимание, она очень четко дана, вот эта линия. Она как бы берется ниоткуда и здесь дальше уходит в никуда. Но посмотрите, как он ловко сделал вот это вот именно, как читается форма лица, да, сама вот эта вот дуга. Как красиво это мастерски сделано. А вы здесь сделали вот она. Она, во-первых, у вас одной силы, и она у вас вот так вот берет и садится сюда вот навека, да? Не надо этого делать. Надо сделать так, как у него. Лучше делать, как я уже говорил, это переворачиваем на бок, да? Вам будет легче вот эту линию увидеть и сделать ее. И, кстати, там же сразу увидите и вот эту линию лоб. Я вам ее уже показал, вы ее хорошо увидите. Вот это вот место, да, вот этот вот треугольничек, видите, здесь все намного нежнее, плавнее. У нас как бы тень работает дважды. Что это значит? Вот у нас свет, да? Вот он раз сверху. Вот она тень от носа. Вот он свет раз. Вот она тень от носа. Вот от этой части вот она тень от носа. А здесь вот на этом треугольничке у нас сама вот эта вот ложбинка, да? Вот здесь
мягенькая вот эта вот тень тоже. Она мягче, чем вот это. Видите? Вот это вот сложное место. А у вас здесь раз вот это вот такая глубокая такая. Ага, она, во-первых, по форме неправильно, но она вот такая глубокая, вы жизнеутверждающую ее такую, как дали. Она здесь вот глубокая, это первая тень, да? А потом, видите ее, она такая рассеянная, вот чуть-чуть идет вот так вот к уголкам губ. Она легкая, ее почти что не видно, но она имеет место быть. Так, ну вот это вот надо нам будет поработать, поправить. И в целом потом еще по голове, по волосикам тоже смотрите. Не торопитесь там, от себя ничего не делайте. Даже вот эти вот все локоны, которые там намечены якобы, да, смотрите внимательно, делайте так, как у него. Все, чтобы и по форме было, и по содержанию. Вот смотрите, вот эти локоны, да, они сделаны, там, скажем, вот здесь вот кистью, раз, и вот эти вот здесь такие ударчики, раз. Видите, да, вот их, раз, два, три, четыре. Смотрите, у вас совершенно другая форма, совершенно другая пластика. Посмотрите повнимательней и постарайтесь приблизиться, сделать как у него, и сразу увидите разницу. Это не так, абы как, раз и все. Нет. Да, у него все это сделано эскизно, но это делал мастер. Вот давайте у него будем этому учиться.